Надеюсь, что вы все понимаете, куда и для чего вы пришли. Итак, я включаю запись. И мы начинаем нашу презентацию, наш вебинар. Представлюсь, меня зовут Ирина Тарасенко. Так, у меня, по-моему, запись не включила. А, вот, включилась. Да, замечательно. Итак, меня зовут Ирина Тарасенко, я живу в городе Воронеж, Россия. В клубе Инкрузес я 10 месяцев, как уже озвучила, вот только-только пошел 11 месяц, ну то есть скоро год. И в настоящий момент я собираюсь в свой первый круиз от клуба. Вообще в круизе я была, эта тема мне знакома, возможно, поэтому я так однозначно и очень быстро восприняла информацию о круизном клубе Инкрузес. Она легла на подготовленную почву, наверное, быстро очень как-то удалось ей всколыхнуть мечту, которая была уже где-то там подзахоронена в душе, ну, как и у многих сейчас людей, с которыми я сталкиваюсь и встречаюсь. Поэтому я приняла решение сразу. Для меня не было вопроса, быть или не быть. Я приняла решение благодаря моим спонсорам, вот Любочке Белой, Роману Дрэго. Большое вам спасибо, низкий поклон за то, что вы не побоялись обратиться к незнакомому человеку, не побоялись, Любочка, особенно ты, конечно, Павел, сдать информацию, не побоялась выйти на голос и задать несколько вопросов. И эти вопросы попали на благодатную почву. Ну, то есть все сложилось, знаете, в нужное время, в нужном месте. Это очень важно оказаться. И я хочу сказать, когда мы это часто пробуем, оно все чаще у нас и получается. То есть самое главное делать. И вы обязательно придет момент, когда и вы попадете в нужное время, в нужное место. Поэтому этот свой выбор я сделала очень быстро. И сейчас я наблюдаю такую картину, что все больше людей, появляющихся в моей команде, это люди, которые принимают решения буквально в первые минуты. Ну вот, кстати, давайте сделаем опрос среди присутствующих здесь партнеров и членов клуба. Кто, поставьте единички, кто принял решение сразу. Вот кто не раздумывал, ну даже суток, ну пусть это было там, не знаю, полчаса, час, но это сразу отозвалось у вас радостью, это сразу отозвалось у вас принятием. Не сомнениями и вопросами. О, смотрите, сколько, да? Классно, классно вообще. Я вас поздравляю, очень люблю, родные, родственные души. Не зря наш президент Майкл Хатчесон говорит, мы ищем тех, кто ищет нас. И именно когда вы попадаете в этот нужный момент, то вы как раз попадаете на тех людей, которые уже ищут вас. И они откликаются очень быстро. А, о чем же мы сегодня... А, да, еще хочу сказать. Мы, Светочка, да... Мы, наша команда достаточно большая, уже в количестве 20 человек, через 2 недели отправляется в круиз из города Савона, Италия, по Южной Европе, Италия, Франция, Испания. И мы уже практически все формальности у нас уже соблюдены, куплены билеты, вот еще осталось дополучить визы. Забронированы отели, потому что мы едем пораньше, мы летим в Милан, хотим погулять, поэтому по столице моды европейской, итальянской, как минимум. Вот. И, конечно же, всей командой, многие из нас, большинство из нас впервые будут в круизе на очень красивом лайнере Коста Пацифика. Многие из этих людей никогда бы не выехали в круиз, потому что только потому, что их не мог поддержать. Ну, допустим, там, члены семьи либо не горят таким желанием, либо им некогда, либо они побаиваются, а ну, больше не с кем. И вот люди очень многие пришли к нам именно потому, что у нас сложилась такая компания, с которой интересно, весело и совершенно не страшно отправиться в это неведомое путешествие, в морской круиз. Я надеюсь, что мы все вас будем держать в курсе, как это путешествие проходит. Алексей, вы только на 9 месяце едете, не 9, уже 11 месяц, могу сказать. Значит, ну, конкретно я, да, но это не говорит о том, что в круизном клубе все ждут так долго. Я могу сказать, что со мной едут люди, вернее, так скажем, из 20 человек, которые едут со мной,
Наверное, 1, 2, 3, 4, 5 еще кроме меня в бизнесе, в нашем клубе полгода или больше. Все остальные это 3-4 месяца. Вот, я могла бы поехать в круиз уже в апреле. Были определенные личные обстоятельства, я тут не буду о них говорить. То есть у меня было в достатке круизных долларов. Вот, практически был решен для меня круиз в конце августа вместе с нашей командой в Венеции. И то же самое было в достатке, я могла бы выкупить каюту на 2 человека, у меня все было, всего хватало, но в сентябре к нам приезжал Майкл Хатчисон, и я, конечно же, не могла уехать, потому что мы были в подготовке, и тут надо было просто расставить приоритеты. Поэтому так получилось, что вот мой личный первый круиз состоялся в ноябре. Ну, это вовсе как бы, это мой был выбор, поэтому... На самом деле, у меня сегодня, я могу показать вам свой личный кабинет, на сегодняшний день у меня 1843 круизных доллара, которые все доступны к бронированию. То есть сегодня я уже планирую 2 круиза на весну. Вот, и пока еще, ну, выбираю там конкретно, потому что очень много соблазнов разных. Ну, вот на сегодня у меня круизных долларов достаточно на бронирование 2 хороших круизов. Так что здесь есть, как разные вопросы, почему люди не сразу едут в круиз, круизный клуб тут ни при чем совершенно. Итак, какие мы сегодня рассмотрим вопросы? Вопрос первый, почему, собственно говоря, круизы? Почему мы говорим именно об этом виде путешествия, а не о другом? Каковы же перспективы круизного рынка? Потому что сегодня мы, конечно, будем больше говорить о бизнесе. Ну, я, по крайней мере, больше всегда говорю о бизнесе. Далее, почему круизный клуб Incruises именно? Почему это действительно на сегодняшний день самый надежный, стабильный и по-настоящему эксклюзивный вариант? Как возможно сделать круизы доступными, выгодными и прибыльными? И последний вопрос, что вообще такое Incruises может быть в вашей жизни? Чем, как он может ее изменить? Так, поехали. Почему круизы? Ну, круизы как вид отдыха, я думаю, что даже если вы там ни разу не были, а просто посмотрели хотя бы несколько видеороликов на том же Ютубе, то всем совершенно понятно, не подлежит сомнению, что это самый элитный вид отдыха. Это для нас, для большинства людей, жителей постсоветского пространства, это абсолютно новые и неизведанные ощущения. Это абсолютно новый формат путешествий, новый формат отдыха. Это высочайший уровень сервиса. Я вас уверяю, что даже если вы попадете на трехзвездочный лайнер, которых в нашей базе нету, в нашей только 4-5 звезд, но вот мой первый круиз проходил на трехзвездочном лайнере, то вы столкнетесь все с тем же высочайшим уровнем сервиса. Это неоднократные уборки в вашей каюте за день, не одна, как минимум две. Вот, это неизменно услужливый такой персонал, очень грамотный, очень хорошо обученный, вышколенный, я бы сказала. Это, конечно же, все включено. Это и питание практически круглосуточное, это и масса-масса бесплатных развлечений. Вот, на некоторых круизных линиях уже включены и все напитки, кроме элитных, и это... Ну, в общем, это то, что вы, то есть все виды услуг, которые включены в ваш круиз, они, и вы даже не сможете попробовать. Вот за стандартный там круиз 7-10 ночей вы не сможете насладиться всеми возможностями, которые вам даны бесплатно. Вот, и я вас уверяю, что воспользоваться платными услугами вам вполне может даже в голову не прийти. Ну, платные это какие? Это казино, например. Это спа-услуги, какой-нибудь массаж, там, косметологические процедуры. Вот. Собственно, не так много. Может быть, вы экскурсию захотите приобрести. Или в баре где-то выпить коктейль, если у вас не входит в ваш круиз пакет напитков. Ну, я могу сказать, что вот, ну, настолько сытно, ну, настолько изобильно, что даже в голову ни разу не пришло, даже на трехзвездочном лайнере, просто куда-то пойти, в платный ресторан посидеть, потому что ты всегда, привозим пару-тройку лишних килограммов как минимум из круизов. Вот. Это несколько стран за один отпуск. Это когда бы вы еще смогли
отдохнув всего неделю, посетить 3-4, а то и более стран, или городов, или островов, или даже разные континенты. Даже если вы едете в отельный тур и покупаете экскурсии в соседние города, то это означает автобусы, это означает неудобства, затекшие ноги, там больные спины, вот, и, ну, и соответственно, как бы больше усталости, чем отдыха, да, или, допустим, автомобильный тур по той же Европе. Ну, я знаю людей, которые таким видом туризма увлекались в свое время, и, ну, отдыхом это не назовешь, это точно. Между тем, круизный лайнер – это, по сути, отель, 4-5-звездочный отель, а если так посмотреть глобально, это практически город. Вот сегодня, вчера мы смотрели новый лайнер «Симфонию морей», в апреле сходит на воду, и там только лифтов, по-моему, 24. Можете себе представить, да, сколько это домов нужно объединить, больших, вот, чтобы 24 лифта. И это огромное количество развлечений, это несколько бассейнов, джакузи, там каток, скалодром, серфинг-симулятор, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и фитнес-центры, сауны, ну и так далее, и так далее. И все это вас с полным комфортом каждое утро доставляет в новый край света, край географии, да? Новый город, новый порт, какой-то другой остров, какое-то экзотическое место. То есть вы с комфортом отдохнули, утром проснулись, выглянули в окошко или вышли на балкончик, а там, боже мой, красота, которая еще и не снилась. И по сути, если вы путешествуете регулярно, так как это делаем мы, то за несколько лет вы можете посмотреть весь мир. Кстати говоря, если вы уже зарегистрировались на нашем сайте, то в личном кабинете, в разделе «Круизы» вы можете зайти в подраздел «Стимул Dream Cruises» и увидеть на 5 лет расписанную программу путешествий, так называемых «Стимул Круизов», которые подобрал лично наш президент Майкл Хатчесон. Это отобранные вручную путешествия, которые позволяют за 5 лет посмотреть 41 страну мира. Ну, по сути, весь мир, то есть 3 путешествия в год. И каждое путешествие, вернее, каждый год у нас 3 региона. Это либо американский регион, Карибы, Южная Америка, Северная Америка, прошу прощения. Вот, либо это европейский регион, либо азиатский. Ну, то есть тем, чтобы мы могли максимально полно увидеть весь мир. Ой, прошу прощения, воды нальем. Простите, пожалуйста. Итак, и, наконец, это романтично. Ну, согласитесь, какая из женщин не представляла себя на палубе в белом летящем платье с разбивающимися волосами, обвиваемая морскими ветрами солеными, вот, согреваемая солнцем ласковым и наблюдающая там за, стремящиеся за лайнером вот эти барашки волн. И рядом капитан в белом своем парадном мундире, эдакий красавец там, с золотыми пуговицами. Правда, капитаны на лайнерах, как на подбор, прям, где они их берут таких. Ой, простите, что ж так. Прошу прощения, что-то меня перебило. Ну и так, ой, что такое? Я вообще скажу, что совместный отдых, он всегда укрепляет отношения. И если они только начинают развиваться, например, у нас есть круизы, которые свадебные. То есть можно даже
сделать торжественную регистрацию на лайнере. Вот, и либо провести свой медовый месяц на лайнере, либо поехать в такое путешествие, когда ваши отношения нуждаются в том, чтобы, ну, освежить их, как-то оживить. Вот. Ну, согласитесь, очень романтичный вид отдыха. Тихо стало слышно. Вот так лучше? Или уже очень громко? Вроде бы такой же уровень. Угу. Спасибо, Любочка. Итак, едем дальше. Ну вот мы поговорили о том, что сам по себе круизный отдых, он очень интересен, он очень необычен. И самое для нас радостное на сегодня, это то, что, как ни странно, да, это то, что очень маленький процент жителей наших стран ездил в круизы. Это то, что чуть-чуть усложняет наш бизнес, но то, что дает нам огромные перспективы для роста. И вот на этом слайде я дала вам логотип Международной ассоциации круизных линий КЛИА, которая дает свою статистику о том, о росте рынка круизных путешествий. Растет он в среднем на 1 000 000 с небольшим человек в год. И уже в 2017 году 25 миллионов человек купили свои круизы. И, ну, почти уже отдохнули, да, год заканчивается. При этом Соединенные Штаты держат пальму первенства на сегодня. 20% жителей США уже были в круизах хотя бы раз. Европа отстает в два раза, ну а мы отстаем более чем в 20 раз от Соединенных Штатов Америки. Может быть, потому что у нас нет своих круизных компаний, нету таких портов, как тот же, там, та же Флорида, Майами, Форт Лодердейл, Лос-Анджелес и так далее. Но вот так или иначе, а может быть, потому что уровень жизни населения все-таки у нас в целом ниже. Так вот, за последние годы круизы очень сильно, ну, стали дешевле, значительно дешевле, потому что действительно на сегодняшний день все еще существует большое количество мифов среди нашего населения, и я считаю, что это одна из главных причин, почему нас еще очень мало ездило в круизы. Это мифы. Но основные мифы, я даже слайд не стала делать, я думаю, что они вам всем знакомы, и вы можете сами здесь их написать, да, что вам отвечают чаще всего, когда вы задаете вопрос, почему же вы не едете в круиз, почему же вы не задумывались никогда над тем, чтобы поехать, купить круизное путешествие, поехать всей семьей. Ну, напишите, партнеры, пожалуйста, напишите, вот, что вам отвечают, какие наиболее частые, Титаник, отлично, да, прям супер, Алексей, попали в самую точку. Да, Титаник. Вот какие еще партнеры давайте? Качка, во-во-во, отлично. Да, морская болезнь. Угу. Ну и самый распространенный миф – это пирамида, это по поводу клуба, а по поводу круизных путешествий. Боязнь воды. Дорого, да. Вот, Алексей, самое первое – это дорого. Я могу сказать, что даже очень продвинутые люди сегодня в информационном пространстве, ориентирующиеся, они не дают себе труда зайти и узнать, сколько это стоит. Боюсь воды, боюсь перелетов, вот, морская болезнь, да-да-да-да-да. Между тем, в смысле безопасности, по данным ЮНЕСКО, самый безопасный вид путешествий – это морские путешествия. Вот. В смысле качки, нас это всегда веселит, возражение, потому что я обычно на такое, обычно спрашиваю, когда вы последний раз были в круизе? Когда человек говорит, что никогда, ну, я им уже рассказываю о современных системах стабилизации качки. Круизофобия, замечательное заболевание. Вот, Ал, неизвестно, что будет с моими деньгами. Это возражение относительно уже клуба круизного, да, не круизных путешествий. Ну, мы об этом поговорим. Так вот, значит, по поводу всяческих фобий, хочу сказать, отвлекшись от круизного бизнеса, я людям с фобиями обычно говорю так. Вы знаете, ваши фобии – это ваша точка роста. Это то место, с которого вам нужно развиваться, вам показывает Вселенная, что вот здесь вам надо расти. И это здорово. То есть любая фобия – это возможность оттолкнуться от нее и стать чуть лучше, чем вчера. Поэтому с любой фобией можно работать и прорабатывать ее, и убирать ее совсем. Потому что любая фобия влияет
на всю вашу жизнь, всю, не только здесь мы говорим о бизнесе, но и вообще на все, абсолютно все сферы. Так вот, действительно, круизы еще 10 лет назад были достаточно дорогим удовольствием. Мало того, это было удовольствие в основном для людей старшего возраста, для пенсионеров, инвалидов. И именно такие люди там 20 лет назад в основном только и путешествовали на круизных лайнерах. Но все изменяется, и сегодня круизные компании все больше делают реновации и выпускают новые лайнеры, уже ориентированные на молодежь, на семейный отдых с маленькими детьми, на детей всех возрастов. И мы это видим повсеместно. Вот все новые лайнеры, которые за последние там 7-8 лет вышли, они уже имеют в своей целевой аудитории, помимо, конечно же, людей и старшего возраста, есть и развлечения, и очень продвинутые для молодежи, и детей и подростков. ВАП. Цену, как же не сказать, сказали, дорого. Но несколько раз написали. Да, круизы доступны только богатым. Вот такое вот возражение. Замечательный такой миф. Я очень люблю, когда люди озвучивают эти мифы, потому что мне радостно всегда им показать, что мы имеем им предложить на самом деле, что мы можем их порадовать как раз тем, что и предлагает наш круизный клуб. А что он предлагает? Ну, во-первых, круизный клуб – это несколько необычное такое предприятие, да, которое мы не привыкли к такому формату предприятий, потому что в нашей стране клубов не так много, в основном это элитные такие заведения, да, я бы сказала, какой-нибудь гольф-клуб, бридж-клуб, там клуб верховой езды, ну точно уже там не для наших людей. Вот, поэтому, когда этот клуб появился на рынке, для нас это было необычным, а мало того, могу сказать, там на русских он вообще не особо был рассчитан. И большая благодарность и низкий поклон нашим вышестоящим лидерам, в первую очередь Ирине Аронец, которая увидела, нашла его и провела огромную работу для того, чтобы русскоязычных людей со всего мира туда просто взяли. И благодаря ей и вот этой первой команде лидеров, которые провели огромнейшую работу, компания начала переводить сайт на русский язык, появился русскоязычный кабинет, появились документы на русском языке, появились видео на русском языке. Это все вот, ну, буквально на наших глазах появлялось, проявлялось, усовершенствовалось. Вот. И, конечно, сегодня уже русскоязычную команду никто со счетов не сбросит, потому что первый чек компании наш, это Ольга Ра, и самый быстрый рост в нашей команде. Ну, вообще мы умеем работать, чего уж там говорить, собственно, не будем страдать лишней скромностью. Вот. О чем не говорят, пап? О том, что нас брать не хотели, мы говорим. Ну и, собственно, что там афишировать, но все это уже история. И каждая, наверное, история, чем больше времени проходит, тем она длиннее, и каждый раз ее всю пересказывать времени не хватит. Это я вот просто упомянула. Потому что лично мне это иногда приходит в голову, ну, что было бы, если бы Ирина Аронец не проявила должного упорства, либо не попалась ей эта информация, и мы бы сегодня не имели то, что имеем. Так вот, круизный клуб «Инкрузес» – это действительно организация или предприятие, или как это сказать, предприятие, наверное, да, которое зарегистрировано официально во всех штатах Соединенных Штатов Америки. Мало того, наш клуб имеет аккредитацию в Международной ассоциации круизных линий. И это для тех игроков, которые присутствуют на круизном рынке, это самая большая и серьезная рекомендация. Ну, для нас это, может быть, ни о чем пока не говорит, ну, для гостей, для нас уже говорит. Но для тех людей, которые имеют отношение к этому бизнесу, это говорит очень о многом. На сегодняшний день клубу еще нету 2 лет, но уже более 7 тысяч партнеров в более чем 160 стран мира. И это очень хороший результат, и я думаю, что уже к Новому году еще пара тысяч добавится партнеров, потому что клуб вступает сейчас в фазу очень быстрого роста. И я думаю, что все партнеры заметили буквально в последние 2 месяца, вот прям начиная с сентября, сентябрь, октябрь, сейчас начался ноябрь, у нас пошел прям бурный, бурный рост, и он был ожидаемый.
И то, что вы сегодня здесь, я могу сказать, друзья, это большая удача. Если вы ее услышите, поймете, почувствуете, не знаю, каким чувством, да, кто-то мозгами высчитает, кто-то сердцем, кто-то спинным мозгом. Вот. Но если вы сможете оценить красоту момента, да, и ценность момента, то вполне возможно, что ваше будущее уже сегодня можно назвать успешным и благополучным. Суть деятельности клуба Incruises – это прямое взаимодействие со всеми круизными линиями, непосредственно, минуя посредников в лице туроператоров, там, турагентов и так далее. То есть наша круизная база, а там более 5500 круизов, и причем это в личном кабинете у каждого члена клуба, она напрямую связана с лайнерами. И поэтому те цены, которые вы там видите, они соответствуют ценам текущего дня на круизном лайнере, а иногда и ниже. Потому что уже на сегодняшний день наш клуб является уважаемым, с ним считаются, и я могу сказать, крупнейшим туроператором, ну как бы туроператором, потому что мы не торгуем круизами. Но для круизных компаний мы являемся реализаторами их круизов. То есть мы приводим большое количество людей на лайнеры. Соответственно, мы создаем товарооборот для круизных компаний и создаем немалый товарооборот. Вот каждый год он увеличивается просто в разы. В разы. Если в прошлом году это было несколько сот круизов, первый год, то второй год это уже тысячи круизов. Естественно, что с нами не просто считаются, нам идут навстречу, нам дают минимальные цены. Нам Майкл рассказывал, что лайнеры даже дарят, ну, дарят много достаточно кают. Я вам, ну, такой небольшой секрет открою из особенностей именно круизного бизнеса, круизного, ну, как сказать, господи, слово не подберу, ну, не суть. Вот лайнеру, если лайнер не допродал каюты, выходя в круиз, то ему проще их подарить, точнее выгоднее. То есть лайнеру невыгодно выходить в море с пустыми каютами, потому что все круизы спланированы заранее, как минимум за 2 года уже они выставляются в продажу. Соответственно, круиз планируется лет за 5. И, соответственно, этому планируется все, что сопутствует круизу. То есть все расходные материалы, продукты питания, запасы воды там, и прочего, и прочего, и прочего. И понятно, что круизная компания не знает заранее, там, за 2-3 года, сколько будет продано, реализовано у нее кают. И поскольку она полностью затаривается продуктами под завязку всегда, рассчитывая на полную загрузку, то в случае, если не все каюты проданы, лайнеру выгоднее подарить оставшиеся каюты своим, ну, тем, кто сотрудничает и покупает у них много круизных туров. Поскольку продукты все равно есть, и все равно пусть люди лучше скушают, но этот человек, который окажется в этой каюте, он расскажет еще 10 или там 100 своим знакомым о том, как он побывал в круизном путешествии и сделает рекламу этому лайнеру. Потому что очень часто люди, ну, тут уже озвучивали, да, вот эти вот возражения, что вы там, куда деньги деваются и почему так дешево там, круизы. Я вот рассказываю только один из вариантов, почему дешево. То есть, ну, как минимум два я уже озвучила. Первое – это то, что мы покупаем оптом большое количество круизов. Мы приводим огромное количество людей к круизным компаниям, да, покупателей, путешественников. Второе – это то, что круизные компании нам не только снижают цены, но и дарят эти, ну, нам, клубу. Клуб, соответственно, распределяет эти самые подарочные каюты. Здесь вы видите логотипы известных далеко не всех, ну, некоторых компаний, с которыми мы сотрудничаем. Ну вот, подсчитал кто-то, что в нашей базе 176 круизных лайнеров, которые предоставляют нам свои услуги. И, конечно, на каждом баннере, да, на сайте вы увидите миссию клуба – сделать круизный отдых доступным, выгодным и даже прибыльным. Это не просто слова, сейчас вы убедитесь в том, что действительно, это так и есть.
И я не могу хотя бы несколько слов не сказать о том человеке, который все это начал, которому пришла эта замечательная идея однажды в полете, в самолете. Человек, который очень с юности любит путешествовать и объездил уже весь мир, и который решил, что лучший бизнес – это бизнес, которому ты лежишь сердцем, который идет у тебя, ну, как бы сказать, ну, легко, потому что тебе это нравится, потому что ты от этого получаешь несказанное удовольствие. И когда Майкл понял, что он может дать возможность тысячам и сотням тысяч людей путешествовать в круизах доступно за небольшие деньги, он начал работу по созданию клуба Инкрузес. Ну, кто такой Майкл Хатчесон? Я уже его сегодня упоминала. Это личность очень известная в Америке. Это не только предприниматель известный, это специалист по, как это я бы сказала по-простому, по воскрешению компании. То есть, если вы зайдете, допустим, на Amazon, где продаются его бестселлеры, его книги, и прямо просто вбейте Майкл Хатчесон или Хач, его такой псевдоним, то вы увидите там его биографию. Для меня это было очень ценно, я случайно на нее набрела и поняла, что Майкл еще и очень скромный человек, плюс ко всему, потому что там столько фактов из его жизни потрясающих, когда он выводил компании практически из состояния банкротства, из состояния процветания, благополучия и сверхприбыльности, что, конечно, он как специалист вот в этой области очень-очень востребован в Америке был. Он был ведущим телевизионного шоу в течение 5 лет, куда приглашал всех известных людей Америки. Вот. Он 7 лет работал в компании Тони Робинса директором по международным продажам. Это практически человек, который дал международную известность Тони Робинсу. И, кстати говоря, в этой же биографии написано о том, что он явился автором самого, я могу сказать, не одного, а даже самого популярного тренинга, с которым до сих пор уже более 20 лет Энтони Робинс ездит по миру и имеет неизменный успех. Вот, ну, автор нескольких книг, одна из которых «Ораторское мастерство» переведена была на русский язык этим летом, и впервые она продавалась у нас в Воронеже, куда приезжал Майкл. Она приезжал к нам, у нас было потрясающее событие, и вот нам так посчастливилось, ну, как сказать, стать местом, где впервые у людей появилась возможность приобрести его книгу. Мало того, попасть на его тренинг по ораторскому мастерству, это были, конечно, незабываемые совершенно дни. Это была такая классная отправная точка для мощного роста и в том числе и карьерного роста для воронежских партнеров. Потом Майкл побывал в Москве, ну, уже у него такое хорошее было турне, и Минск его увидел, и Киев, вот и Киев, я так понимаю, второй раз надеется даже третий, 2 раза он в Киеве уже был. Вот, ну, Украине чуть больше везет, они заслуживают, у нас очень активные партнеры, очень хорошие команды, прекрасные лидеры именно в Украине. Так вот, Майкл сказал, что наш клуб, он для всех, наш клуб, он для тех, кто хочет и любит путешествовать, кто готов ехать в неизведанные места, кто готов покорять новые вершины. И вот если мы первую часть рассмотрим, нашей миссии сделать круизный отдых доступным, то здесь нам нужно будет как раз поговорить о ценообразовании. Ну, а ценообразование – это цифры, поэтому я перехожу сейчас к маркетингу. Маркетинг-план нашего клуба или компании «Круизный клуб Инкрузес», как угодно называйте. По сути, клуб, так сказать, организационно, да, но если говорить о бизнесе, то это настоящая компания, очень серьезная компания, которая пришла на десятилетия, и это видно уже сейчас. И вы знаете, вот те механизмы, которые уже на сегодняшний день отлажены, за неполные 2 года, это ввод денег, это вывод денег, это гарантия на возврат денег, если вы захотели в течение 30 дней, в любой момент, 30 дней, вы можете запросить возврат и менее чем через сутки деньги вернутся. У нас очень серьезная служба безопасности. У нас, как я говорю, у нас сложнее деньги туда отправить, чем назад вернуть. То есть, если служба безопасности ваша там подозревает, что вы расплатились чужой картой или там
одной картой несколько человек, это очень странно им кажется. Они придерживают платеж, интересуются, выясняют, чья это карта. Знаете ли вы этого человека, который заплатил ваше, допустим, членство? Только после этого платеж проводит. У нас очень отзывчивая поддержка. У нас уже появилась русскоязычная поддержка. У нас огромное количество материалов, которые в каждом личном кабинете на всех языках. Это и видеоматериалы, это и PDF-файлы, это и PowerPoint-файлы, это и баннеры, это и фото. Ну, чего только нет, и постоянно появляется что-то новое в помощь нам. Действительно, ну плюс еще творчество, конечно, самих членов клуба, самих партнеров, которые снимают ролики. Ну, благодатная тема, согласитесь, да, благодать совершенно, снимать себя на отдыхе, снимать себя в круизе, делиться своими впечатлениями, размещать все это в соцсетях и наблюдать, как люди сами интересуются, заходят, спрашивают, потому что это действительно интересно всем. Итак, мы сейчас говорим о маркетинге. Потом я отвечу на вопросы. Итак, цифры, только цифры. Очень быстренько прямо так пробежимся. Я могу сказать, что маркетинг-план сам в себе содержит четкую совершенно систему мотивации. Классно, я обожаю. Я увидела, когда этот маркетинг сразу, я очень люблю цифры. У меня сразу все прощелкалось в голове. Я поняла, Эврика вообще это просто потрясающе и очень-очень прям красиво, я бы сказала. Итак, член круизного клуба – это человек, который, ну просто член клуба – это человек, который хочет путешествовать и хочет это сделать дешевле, то есть доступно, да, мы с вами рассматриваем сейчас, почему круизы – это доступно. Член клуба вообще никому ничем не обязан, он просто регистрируется на сайте, ну, используя чью-то реферальную ссылку, да, своего наставника. Он имеет личный кабинет, в котором у него открыт круизный счет. На этот счет каждый месяц он откладывает 100 долларов, накапливая себе на свой будущий круиз. Как Майкл говорит, это счет удовольствия и развлечений. По сути, компания за нас решила такую очень серьезную проблему накопить на отдых, потому что, наверное, все-таки большинство людей, как и я, им сложно это сделать, потому что деньги всегда на что-то требуются, постоянно мы их выдергиваем из этой кубышки, которая как бы не самая основная, а на самом деле это самое главное в нашей жизни, это качественно отдохнуть, потому что только тогда вы сможете качественно трудиться. Что происходит с этими 100 долларами, дальше мы поговорим на следующем слайде. А сейчас расскажем о том, что делать, если член клуба захотел стать еще и партнером, то есть принять участие в партнерской программе и сделать круизы еще и прибыльными. Так, Лидия просится в вебинар. Дайте ей ссылочку. У нас все, тут свободный вход. Итак, принять участие в партнерской программе любой член клуба может после активации партнерской лицензии на первый год в размере 195 долларов. Только первый год такая, в кавычках, дорогая партнерская лицензия, потом она практически более чем в 2 раза дешевле. Но и это смешная сумма. Я всегда вот рассказываю людям на презентациях на Земле. У нас офис в Воронеже открыт, поэтому мы проводим регулярные презентации в нем. И мы, рассматривая возможности круизного рынка, понимая, что миллионы людей, пройдет год, два, три, и миллионы россиян поедут в круизы. И создадут миллиардные товарообороты в этой сфере. И если вы сегодня услышите, да, если мы сегодня услышим и поймем перспективы этого рынка, то завтра эти деньги, они распределятся на наших банковских счетах, в том числе, да, и заплатить за эту возможность участвовать в разделе этих прибылей, я думаю, что желающих найдется очень много. Мало того, заплатить не 195 долларов, а 2-3 тысячи долларов, и даже миллионы люди называют. То есть вот я спрашиваю, сколько вы готовы отдать за возможность зарабатывать на круизном рынке? И люди называют сумму миллионы рублей. Однако у нас это всего-навсего 195 долларов. Итак, полная сумма, если вы решите войти на полный пакет, это 295 долларов. Что же с ними происходит дальше? Итак, те самые 100 долларов, которые являются членским взносом, как бы в кавычках. Я бы его в кавычки всегда ставила, членский взнос, потому что
На самом деле это не взнос за членство в клубе, это взнос на ваше будущее круизное путешествие. Это, по сути, откладывание на ваш отдых денег. Они, за эти деньги мы приобретаем 200 так называемых круизных долларов. То есть это запатентованная внутренняя валюта клуба. Есть, кстати, номер патента даже Майкл, все официально сделал. Итак, наши круизы, цены на круизы мы в нашей базе видим как раз в круизных долларах, которые один к двум. То есть за 100 долларов ежемесячно мы приобретаем 200 круизных долларов. Вот. И, соответственно, накапливаем на круизном счете каждый месяц в дату вашего платежа, который, вот первый платеж, который вы сделали, он фиксирует начало вашего личного месяца. И проходит месяц, в дату вашего платежа компания вам выставляет счет на 100 долларов, оплачивая который, вы добавляете 200 круизных на ваш круизный счет. Таким образом, вы накапливаете, и уже через месяц вы имеете возможность бронировать круиз. Вот вопросы были в начале, да? Через месяц у вас еще немного круизных долларов, но тем не менее возможность бронирования вам открыта, потому что мы можем использовать круизные доллары и доплачивать с карты, если, к примеру, у вас не хватает круизных долларов, либо вы берете с собой человека, который не член клуба, в каюту, и не хотите на него тратить круизный доллар. Пусть он платит полностью своими деньгами, а вы свои сэкономите. Так вот, таким образом у нас происходит накопление. С круизного счета деньги наличными снять нельзя. На них можно купить только путешествия. Что же происходит дальше? А дальше мы будем говорить о доходах, мы будем говорить о бизнесе. Итак, наши партнеры зарабатывают 5 видов бонусов. Причем половину из них, меньшую половину круизными долларами, большую половину живыми долларами. Очень часто у людей складывается впечатление, что нам только круизами платят, а где же деньги? Нет, друзья, это не так. Круизные доллары – это одна кубышка, живые доллары – это другой кошелек. Вот я вам сейчас прям быстренько, я думаю, что у нас несложный маркетинг, и я думаю, что вам он будет понятен. Итак, самая первая возможность – это косвенный заработок, который мы получаем в виде безоплатного или свободного членства, которое нам дарит компания за что? За приглашение 5 наших знакомых. Это похоже на то, как зарабатывает или точнее экономит руководитель группы вот в традиционном туристическом бизнесе, когда руководитель группы едет в поездку бесплатно, пригласив определенное количество людей в группу. Ну, то есть за счет приглашенных едет руководитель. Это нормальная практика, известная во всем мире, собственно говоря. Точно так же и мы. Достаточно пригласить 5 членов клуба, причем они могут быть партнерами, могут не быть партнерами, это не важно. Самое главное, что они создают товарооборот в 500 долларов ежемесячно, откладывая на свой отдых, и компания вам говорит: «Окей, молодец». Можешь больше не платить, твои путешествия отныне будут бесплатными. И отныне каждую дату вашего платежа 100 долларов вы уже не вносите, а 200 круизных на вашем счете появляются исправно. Таким образом, у вас идет накопление на ваш отдых, и вы на эти круизные точно так же путешествуете. От компании вы получаете вот такой замечательный сертификат, вешаете его в рамочку в себе, и в себе в кабинете и любуетесь на него, потому что 2400 долларов как минимум отныне, это в год, это сумма, на которую вы можете бронировать круизы для собственного отдыха. Вот такой вот первый косвенный вид заработков, потому что когда мы экономим, то мы, соответственно, зарабатываем. Да, это мой Алексей. Ну, сразу же по ходу скажу еще о возможности увеличить ваш круизный счет и заработать круизные доллары помимо этих 200, которые вы уже как свободный член клуба получаете каждый месяц. Это продюсер-бонус. Дело в том, что у нас есть такое понятие личный месяц. Он начинается с даты вашего платежа до следующей даты. Если в течение этого месяца вам удается пригласить лично 3 членов клуба или более, то вы получаете дополнительно 100 круизных долларов на ваш круизный счет. Если 6 членов клуба или более, то 200 круизных. Ну, то есть за каждую троечку 100 круизных долларов вам компания добавляет. Таким образом, ваш круизный счет может увеличиваться и может далеко не 2400 в год составлять, как это, собственно, у нас чаще всего и происходит.
Помимо этого, всевозможные стимулы. Каждый месяц у нас компания объявляет новый стимул месяца. Вы можете поучаствовать в рейтинге и заработать еще больше круизных долларов. Ну, например, в этом месяце те из вас, кто выйдет на лидерский ранг, кто-то на первый, кто-то на следующий относительно того, на котором вы сейчас находитесь, вы получаете в подарок круизные доллары, минимум 500, максимум 2500, в зависимости от того, на какой ранг вы выходите. И эти круизные доллары вы можете тратить на покупку стимул круиза, вот из тех круизов, которые на 5 лет вперед нам Майкл отобрал с любовью, да, и со свойственным ему профессионализмом. Итак, теперь мы поговорим о живых деньгах, потому что это важная часть нашей жизни. Ничего нового, обычный сетевой маркетинг. Александр, да, и не спорю, это сетевой, я, наверное, не успела озвучить. Я обычно с этого начинаю. Это нормальный сетевой маркетинг, который и есть вся наша жизнь, собственно. Вся наша жизнь – это череда рекомендаций. Некоторым за них платят, некоторым нет. Вот, я лично хочу быть в числе тех, кому платят. Потому что очень люблю круизы, очень люблю путешествия, с радостью об этом рассказываю. Когда тебе за это еще деньги дают, то, по-моему, вообще круче не придумаешь. Так вот, первые деньги, которые вы имеете возможность заработать в первый же месяц, это мгновенный бонус. Представьте себе ситуацию, что у вас есть друзья, знакомые, может быть и незнакомые вам люди, которые тоже любят путешествовать, и которым вы дали информацию, позвали их в круизный клуб, сказали: ребята, поехали со мной. А может быть, вы как предприниматель показали им перспективы круизного рынка и показали то, что сегодня у нас на самом деле пару тысяч может быть русскоязычных путешественников на лайнерах всего в мире, это просто капля в море. Вот. И то, что люди все равно поедут в круизы, глядя особенно на нас, потому что у нас уже тысячи ездят, и они поедут все быстрее и все более массовый характер примет это явление. Так вот, когда этот человек поймет, что действительно это классно, и надо подключаться как можно быстрее, начать накапливать круизные доллары, начать зарабатывать деньги, и человек входит на полный пакет, на 295, то вам компания выплачивает 50 долларов. Тут же в кошелек в течение суток они приходят, деньги доступны к выводу, вы можете их в течение нескольких секунд буквально вывести и пользоваться ими. Если таких людей в месяце будет 2, то за второго вам выплатят уже 60 долларов, то есть это календарный месяц учитывается. За третьего 70 и так далее, до 150 долларов за человека. Ну, я знаю, здесь не буду, это как бы дело такое интимное, да, не буду называть фамилии, если человек захочет, он сам обозначится, или эти люди. Но если кто-то из партнеров захочет поделиться своими наработками, да, именно по сумме мгновенного бонуса, какая максимальная сумма мгновенного бонуса за месяц вам приходила в кошелек? То есть вот сколько людей вы приглашали максимально в один календарный месяц, соответственно, какой суммой мгновенного бонуса это оценивалось компанией? Я просто знаю партнеров, которые у нас в первый же месяц приглашали 12, 14, 17 человек, вот, или 10, 11 человек, вот, 810 долларов, смотрите, да, достойно, правда? А если это в первый месяц бизнеса, то это вдвойне и втройне, не знаю, в десятерне ценнее, потому что человек только вошел. Ну, согласитесь, любой традиционный бизнес требует времени на раскрутку, раскачку, отбивание затрат и так далее. И когда тут ты приходишь в первый же месяц, ты имеешь возможности 3 недели, Валентин, прямо аплодисменты, поставьте смайлики, поздравьте, Валентина рада. Ну вот, да, я прямо держу себя за язык, не хочу рассказывать, потому что я знаю, что многие люди трепетно относятся к тому, чтобы озвучивать свои доходы. Но это личное дело каждого, поэтому, да, поздравляем, Валентина, умница. Итак, двигаемся дальше, потому что это только начало, это приятные деньги, и они довольно приличные, но это еще не далеко не самый основной вид дохода.
А вот то, к чему стремятся очень многие люди и в сетевом бизнесе, и не в сетевом, благодаря Роберту Киосаки, у нас все хотят получать пассивный доход. Пассивный, остаточный или резидуальный доход. У нас он тоже есть. И в данный момент, вот в этот месяц он последний, когда мы по этой схеме можем получать наш резидуальный доход на 5 уровней. Наш доход это 5% на 5 уровней. То есть, как только происходит оплата членского взноса в вашей команде, то 5 уровня включительно, на ваш счет приходит 5 долларов. Для того, чтобы заработать этот бонус, вам достаточно на сегодняшний день быть безоплатным членом клуба и хотя бы одного такого же партнера вырастить под собой. Вот можете себе представить, если у вас хотя бы небольшая команда, человек 50, то ваш остаточный доход уже 250 долларов. Команда небольшая и доход небольшой, но он опять же и не единственный. Если вы посмотрите на вот эту вот математическую модель, которую я тут прописала в центре слайда, то всего-навсего, если мы с вами будем стремиться к минимальному, к минимальной цели, это достижение безоплатного членства. Бизнес 5 человек я называю, бизнес 5 партнеров. Наш круизный бизнес Incruises, потому что достаточно каждому иметь 5 работающих, активных членов клуба, даже не работающих, просто путешествующих, да? Людей, которые регулярно пополняют свой круизный счет, накапливая себе на круизы. Если каждый будет стремиться именно к этой отметке, безоплатное членство, то в 5 уровнях минимально у вас будет около 4000 человек, а это почти 20 тысяч долларов только пассивного дохода. Могу сказать, что с 1 декабря у нас реновация нашего маркетинг-плана, я сегодня еще об этом не упоминала, и намеренно не даю цифры новые, чтобы не навести беспорядок в мозгах у наших гостей, потому что ваши спонсоры вам эту информацию дадут более разжеванно, подробно, и мы о ней будем ближе к декабрю говорить чаще. Но я могу сказать, вот приоткрыть немножечко завесу, что с 1 декабря наш пассивный доход будет на 20 уровней вглубь, но изменится немного условия его получения. Так вот, можете себе представить, что даже небольшая команда дает очень серьезный остаточный доход. Что же будет, когда у вас будет большая команда и вот эти 20 уровней пассивного дохода, там будут просто миллионы и миллионы долларов. Ну и это опять же еще не все. И наш любимый многими также лидерский бонус, который сегодня получают очень многие, я прошу поставить восьмерочки тем партнерам, которые имеют статус маркетинг-менеджер и выше, люди, которые уже вышли на лидерские ранги, то есть самый первый лидерский ранг, это сегодня называется маркетинг-менеджер. И этот ранг очень легко достичь, достаточно вырастить команду в 30 членов клуба. Да, пожалуйста, пожалуйста, красавицы наши, лидеры, замечательные, Наташа Колесникова, Тамара Донс, Валентина Петрова, Любочка. Ну, я знаю, что много-много еще, наверное, от клавиатуры отошли. Да, огромное количество мы поздравляли за прошедший месяц новых лидеров, и за сентябрь. Это просто был какой-то звездопад у нас лидеров. И вы знаете, назвать человека, который создал команду из 30 человек, каким-то мега-лидером, наверное, будет рано, потому что когда я вышла на этот уровень, мне было даже неловко, что меня так все поздравляют, потому что это работа важная, но она еще не такая уже сильно, как это сказать, трудоемкая, что ли. Это небольшая команда, это скорее наработка опыта. Но, тем не менее, компания даже ее оценивает сегодня в достаточно серьезную круглую сумму 500 долларов. То есть, представляете, как только ваша команда вырастет до 30 человек, это 500 долларов уже гарантированного дохода у вас будет каждое первое число за прошедший месяц. Я могу сказать, еще один секрет приоткрыть, что те, кто в декабре, в ноябре месяце выйдет хотя бы на минимальный лидерский ранг, на самый первый, у вас будет очень большое преимущество после 1 декабря. Ну, все подробности уже потом. Вот, выплачивается в первый же день месяца следующего за предыдущим, выводится моментально. Вот, то есть это потрясающий бонус, который до 55 тысяч долларов.
Вот. При этом у нас это тоже не последний бонус на самом деле. Вот сейчас буквально пара слайдов у нас осталось. И я хочу сказать о том, что очень важно новичкам сегодня дать такой хороший старт, потому что у нас аж две программы быстрого старта есть. И если вы сегодня начнете действовать быстро, то вы не только за один месяц сможете стать маркетинг-менеджером, да, выйти на все максимальные доходы, но еще и заработать свой первый круиз абсолютно в подарок. То есть, да, Люба, ну, лидеры наши там, может быть, и чем-то еще поважнее заняты, но ничего страшного, нормально. Так вот, круизный бонус – это одна из программ быстрого старта, которая действует еще до Нового года, и вы можете еще успеть пригласить 7 полных членов-партнеров или VIP-партнеров, как мы их называем, за первые 60 дней и получить в подарок круиз одно место в двухместной каюте, либо пригласить 14 VIP-партнеров и получить полностью каюту на двоих, взять с собой кого захотите из родных, любимых, близких или партнеров, выбрать себе круиз из большого списка стимул круизов и поехать отдохнуть, совершенно не затратив своих круизных долларов. Вторая программа быстрого старта, у меня, к сожалению, нету слайда на нее, она как раз подразумевает возможность за 30 дней выполнить квалификацию первую лидерскую маркетинг-менеджера. И тогда вы получаете в подарок не просто, ну, не просто вы получаете все деньги, которые только сможете заработать на этой квалификации, но еще и $150 дополнительного бонуса и 1400 круизных долларов на выбор вашего стимул круиза в подарок. Значит, самое главное теперь рассмотрим такой момент, как потратить свои круизные доллары. То есть у нас наша система клубного членства, она подразумевает то, что система клубных привилегий, да, то, что ваши привилегии растут вместе с вашим стажем пребывания в клубе. Чем вы дольше здесь находитесь, тем больше у вас привилегий. И таким образом, в первый год своего клубного членства вы можете потратить не более 60% своих круизных долларов на бронирование круиза. Ну, многие уже вот второй год перешагнули, у нас 70%, третий год 80%, четвертый 90%, и начиная с пятого года все ограничения снимаются. При этом вы можете бронировать любое количество круизов в году, это не ограничено, и использовать на бронирование очередное остаток вашего круизного счета. То есть вот эти ограничения, они чисто условные, если вы путешествуете много. Вы можете откладывать на ваш отдых там 3-4-5 месяцев, потом из этой суммы 60% потратить на бронирование. Из оставшегося хвостика еще 60% потратить на какой-нибудь круиз вдогонку к первому. У нас часто покупают круиз на неделю, плюс к нему круиз на 3-4 ночи, к примеру. Вот, таким образом вы выбираете почти все круизные доллары. Если 3-4 раза в году вы путешествуете, для вас это ограничение практически не имеет значения. Но я могу сказать, что вы вообще о нем можете забыть, если вы вышли на лидерский статус, любой уже маркетинг-менеджер снимает с вас все ограничения, бронируйте, забудьте вообще о том, что вам нужно придерживаться каких-то там правил. Вот. Либо стать безоплатным членом клуба, продержавшись 3 месяца на нем, у вас раз в году будет возможность бронировать круиз за 100% круизных долларов. Ну, то есть это, в общем, я могу так сказать, вот это ограничение, но почти его никто не замечает, но мы об этом обязаны говорить, потому что оно есть в правилах. И, собственно говоря, на этом все. Наверное, что-то я сегодня подрастянула тут, покашляла. Вот. Я сейчас пройдусь по вопросам, если они есть, если еще кто-то хочет задать, задайте. Вот. Ну, по-моему, тут ничего как бы такого немножко подискутировали, да? Так, выключу запись. Завершить. Так, так, так.